Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Как обычно, по традиции, вместе со мной заряжаем себя на самый лучший день и проговариваем такие слова. Сегодня я иду вперед, легко преодолевая все преграды. Вот говорим один раз, и вы посмотрите, что сегодня вы преодолеете все трудности на своем пути. Ну а теперь уникальное послание на 22 октября. Умейте наслаждаться жизнью. Создавая вокруг себя благоприятные условия, общаясь с теми, кто нас вдохновляет, наполняет любовью, мы учимся наслаждаться каждым моментом, ценить время и радоваться простым вещам. Будь то добрый разговор с другом, красивые розы цветочной лавки, чашка утреннего кофе или просмотр любимого фильма. Сама природа подсказывает нам, что важно уметь не только трудиться на пределе своих возможностей, но и качественно отдыхать, расслабиться и побыть в моменте, который не хочется отпускать. Позвольте себе жить яркой жизнью, жизнью со вкусом. Той жизнью, которая полна эмоций, впечатлений и истинного наслаждения. Мы все разные, и удовольствия у каждого свои. Но одинаковы те ощущения, которые испытывает человек, получивший дозу глубокого удовлетворения. Старайтесь давать себе ее ежедневно, если хотите жить наполненной и счастливой жизнью. Это может быть все, что угодно, все, что доставляет вам удовольствие. Одаривайте себя приятными моментами жизни, как самого дорогого человека, и тогда каждый ваш день наполнится волшебством. И в течение всего дня обязательно повторяем такие слова. Я лидер, и моя удача и успех всегда на моей стороне. Вот говорим 7 раз, и вы посмотрите, что вы добьетесь многого.